Верхнеуральск – город с богатой историей. С каждым годом открываются все новые подробности прошлого районного центра. 31 августа Верхнеуральск отметит 285-летие. Наверняка у кого-то из вас в личных архивах хранятся старые фотографии городских пейзажей, архитектуры. Если вы готовы ими поделиться, то мы ждем вас по адресу. Город Верхнеуральск, улица Еремина, 43, кабинет номер 105. Фотографии будут отсканированы и отданы владельцам. Снимки будут размещаться в официальных интернет-источниках Верхнеуральского телевидения с указанием места, автора или владельца. По окончании приема фотографий будет создан видеоролик, посвященный 285-летию города.